Це служіння помазання, дійсно, коли Бог нас збирає, коли Бог ізливає своє помазання на нас, на наші дома, на наші церкви, на наші землі. І ми на своїх місцях є провідники Його помазання. І тема сьогоднішнього служіння – святість. І ми раді вітати нашого пастора, апостола, старшого пастора посольства Божого, нашого духовного наставника. Знаєте, хочеться сказати багато слів. І саме для мене, пастор, ви людина, яка навчили мене дійсно любити Бога. І ви навчили мене любити себе. І навчили задавати питання, хто я взагалі. Ще, знаєте, багато чого, ну, потрібно в собі міняти і рости, але ви навчили мене задавати собі питання, хто я і для чого я взагалі живу. Я безмежно вам за це дякую. І кожен повинен задати себе. Кожен повинен задати такий же вопрос. Да. І у нас є питання до вас, пастор. Хорошо. На тему святість. Така цікава тема для Божого народу. Да? Ми так часто говоримо слово «святість», 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 а насправді, ну, люди задають багато питань, тому що така конкретика і істина, розуміння, і я знаю, що ви нам багато чого відкриєте. Ми можемо починати? Так. Да. Перше питання. Питання російською мовою я буду читати. В Біблії написано, Откровение 22.11, що неправедний пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Как вы понимаете это слово? А это тоже идет на английском, да? Mm-hmm. Хорошо. Значит, это Откровение 22.11. Окей. Mm-hmm. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Как вы понимаете это слово? Хм. Эта речь идет о том, что на каждое действие есть последствия. И каждый поступок, и каждый образ жизни, каждый выбор дает определенные плоды. Поэтому здесь надо сначала учесть и учитывать о том, что речь идет о книге Откровения. Это последняя книга Библии, которая совершает и закругляет все. И здесь просто уже делается вывод, что после всего сказанного, если пересказать это слово, это значит, что после всего того, что уже было сказано в Библии, от Бытия до ныне Откровения, где уже показано преимущество святости, праведность, освящение, что после этого всего, теперь, словами Иисуса Навина, выберите, сделайте свой выбор. Кто хочет служить Господу, пускай служит. Но я и мой дом, мы приняли решение служить Господу. Типа такого здесь говорится о том, что тот, кто принимает решение все-таки делать добро, пускай продолжает. Тот, кто принимает решение делать, жить правильно, пускай и так живет. А тот, кто хочет делать неправду, все, ты уже все знаешь. Ты осознанно принимаешь свое решение делать неправду. Это твой выбор. Но будет плод, будет последствия на каждый свой выбор. Так что каждый пускай делает свой выбор. И он и пожнет плода этих выборов, такого выбора, который он принимает. Вот о чем здесь речь идет. Так что речь идет о наших выборах, о том, что тебе показано человек, что хорошо и что худо, а ты выберешь, что ты будешь делать. И то, что ты выбрал, пожалуйста, делай. И ты обязательно получишь последствия этого твоего выбора. Дивіться, якщо я так правильно розумію, да, ну, в останні часи Ісус, він говорить нам, що я даю вам свободу, певну свободу. Да. І якщо раніше в старому заповіті люди могли щось зробити, да, там земля розверзлась, да, там поглотила їх, а зараз ми живемо в такій свободі, але за всі наші прийняті рішення ми будемо відповідати. Да, то есть Бог не как в Ветхом Завете, когда сразу приходит суд, и сразу человек получает по заслуге. А сейчас нет.
Ты делаешь то, что ты будешь делать, делай свой выбор и приди один, когда действительно каждый получит по заслуге. Да, дякую. И друге питання. Що означає святость, освящение для вас? Для тих, які переводять на англійський, освящение is sanctification, sanctification, holiness and sanctification. Окей. Що значить святость і освящение? Дело в тому, що є різниця між цими двома поняттями. Святость отличається від освящения. Я почну спочатку з освящения. Освящение – это то, что Бог нам дает, не по заслуге и не по делам, и не наше участие и наши требования не требуются, но наши действия и наши участия не требуются. То есть освящение – это то, что мы получаем от того, что мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Освящение – это то, что Бог совершил для нас. То есть наше освящение от Него. Бог дал нам освящение. Бог освящает нас. То есть освящение, человек сам себя не может очистить, осветить. Только кровь Христа, его жертва, оно осветило нас. И осветило нас. Вот освящение идет от Господа. Но что касается святости, это уже другое дело. То есть мы получаем освящение от Бога, а святость это то, что мы должны прилагать усилия. Это то, к чему мы должны стараться. То есть освящение – это похоже на праведность. Праведность мы получаем от Господа, и освящение тоже. Но вот святость мы должны прилагать усилия, чтобы соответствовать тот образ освященного, который Господь нам дал. То есть Иисус нас освятил своей кровью, а мы должны усилия прилагать, чтобы жить соответственно этому освящению. Вот это наше старание, это наши попытки соответствовать Божьей праведности и освящению, которое мы получили, и есть святость. То есть святость заключается в наших попытках соответствовать того освящения, которое мы получили, той праведности, которую мы получили от Бога. А освящение – это то, что мы уже имеем, а попытки, наши старания жить, чтобы соответствовать, чтобы было один к одному. Это то, что мы называем святостью. Спасибо. Третье питание. Есть ли разница между освященным и святым? Да, разница есть. Я могу быть освящен. Каждый верующий, кто спасен, он освящен Богом. Он освящен, но это не значит, что он живет святой образ жизни. В принципе, святым никто из нас не может. То же святость также имеет такой грань. Если мы будем говорить, что человек святой, мы можем быть святыми только во Христе Иисусе. Но мы не можем быть святыми своими силами. То есть мы можем жить святой образ жизни или пытаться, стараться жить святой образ жизни. Но быть святым никто не может. Даже Иисус сказал тогда, чтобы никто его не назвал благим, потому что никто не может быть благим. Даже Иисус отрицает такого звания. Он даже не позволяет, чтобы его назвали благим. Не то, что святым, а даже благим. Поэтому, разница есть. Планы того, что я могу быть освященным, но не вести праведный образ жизни. То есть не вести святой образ жизни. А могу, наоборот, быть освященным и все равно стараться соответствовать этому освящению. То есть разница есть. Тут наступне питання, як приобрести навик святості, освящення. Тобто, якщо ми формуємо в собі дуже часто правильні звички, якісь правильні навики, можливо ли святість, освячення із так само сформувати в собі як навик, працювати над цим цілеспрямовано? Да, святість, да. Можна отак приобрести святості, а тебе, какие-то навыки святости, правильно сказано. Но здесь используется, вопрос задается как синоним, как будто святость и освящение это синоним, но это не совсем. По библейским понятиям святость это то, что мы стараемся, а освящение это то, что Бог нам дает. Оно чуть-чуть отличается. Да? Как приобрести навыки святости? Очень просто. Мы смотрим на то, что вообще-то никто
святого никого нету, никто не святой. Но кроме Иисуса Христа, кроме Бога. И мы смотрим на Библию, и мы смотрим на образ жизни, который описывается в Библии. И мы, допустим, видим, что Господь, Бог есть любовь. Бог святой, и раз Он святой, значит, приобрести навыки святости, это наблюдая за Бога, единственный, кто святой, и подражая Ему. То есть, если Библия говорит, что Бог святой, Бог, значит, мы тоже хотим быть святым, как Он. Если Библия говорит, что Бог любовь, значит, мы тоже будем стараться быть такой любящим, как Он. Если Библия говорит о том, что Бог есть добрый, Он доброта, значит, мы тоже приобретаем доброту, хотим быть, как Он. Вот самый лучший способ приобрести навыки святости – это через подражание Христу и через подражание Богу. Дякую. И тут далі питання, по каким критериям можно определить, что человек в процессе освящения? Да, если человек в процессе, ну мы все в процессе в принципе, мы все в процессе святости и освящения, да, есть освящение, которое мы уже получили от Бога, как я сказал, а есть освящение, которое в процессе, ну как святости, мы идем к святости. Вот. Как знать, если человек в процессе? Если человек в процессе, он старается. Мы будем видеть, но есть разница, когда человек старается жить праведно и свято, и когда человек вообще не старается. Вот это есть разница. Есть разница, когда человек ненавидит зло и ненавидит беззаконие. Он может даже и грешит или падает, но он ненавидит этот грех. Он старается от него избавляться. Вот это и есть разница. И тут шестое питание. Какие этапы освящения человек проходит? Этапы. Первый этап освящения – это то, что Бог нам дает. Второй этап – это то, что человек там старается соответствовать вот этой святости, которую Господь нам дал. Вот это и есть два этапа основные. То есть наша ответственность и Божья благодать. Божья благодать, да, сначала идет, а потом наши старания. Ага. И тогда людина, она с каждым разом все больше и больше изменяется. Совершенствуется, да. Угу. Мы можем совершенствоваться каждый день, но это не значит, что мы уже стали святыми. Потому что если бы кто-то мог бы стать святым на этой земле, так не надо будет ему совершенствоваться, и некуда будет ему совершенствоваться. Но в том-то и дело, что мы каждый день стараемся, прилагаем усилия, и это называется, что мы совершенствуемся. Да, дякую. Требует ли святость человеческих усилий? Как? Требует ли святость человеческих усилий? Да? Конечно. Это и есть вторая часть святости, о которой я говорил и о которой я говорю все время. То есть это есть процесс совершенствования, который требует человеческих усилий. Так как вы говорили, когда мы дивимся на тем, який Бог, какой да, Бог, и стараемся, да, якости Бога, да, чтобы стать таким, как Он, да. Ага. Бо інколи, знаєте, люди думають, чоловічі усилля, це десь так, я себе зараз заставлю, я себе зараз змотивую, а насправді саме перше дивитися, як характер Бога, споглядати Бога і таким чином саме найкраще приміняти свою людську частину в цьому процесі. Да, якщо людина буде фокусуватися на себе, що я стараюсь, я буду старатися, я от зараз зроблю то. Значит, исходная позиция начинается с него самого. А он сам же несовершенный, он же сам не имеет этой базы. Поэтому надо, чтобы мы источник нашего старания был Бог. Чтобы мы на него взглянули, и чтобы взглянули на него, чтобы это мы пытаемся подражать. Это тогда проще намного, легче, чем когда мы от себя. Когда мы от себя, мы, ну, всегда теряем, мы разочаруемся очень быстро. Можливо, тоді наступне питання, воно десь перекликається. Есть ли разница между святостью по благодати и по делам? Можливо, якраз коли ми своїми силами, то тільки ділами, да? А так благодать. Да, когда есть, конечно, разница между святостью по благодати и святостью по делам. Если мы стараемся просто не учитывая, вот так, человек может
и там человек старается, когда он и по благодати, и по, не по благодати. Но когда человек исходит из благодати, что Господь уже осветил нас, я только сейчас хочу оправдать, и, ну, не оправдать, а соответствовать этому, этому освящению. Это по благодати. То есть я, исходя из той благодати, из той позиции, что Господь уже осветил меня, что мы во Христе Иисусе, в святе в Нем, вот это уже есть благодать. Но когда человек исходит из дел, от того, что я не должен делать то, я не должен делать то, я должен стараться, я должен держать себя в руках, я должен... то он не учитывая и не полагается на той благодати, которая он, что у него уже это есть, он не исходит из того, что у него уже это есть, а он исходит из того, что он должен стараться теперь стать святым, стать таким. Вот тогда это есть по делам. Тогда это разрушает человека, и человек разочаруется, и человек сломается, и всякие боли от этого. Так часто буває, коли люди приймають рішення побороти якусь шкідливу звичку. Угу. Людина думає, що вона просто прикладаючи свої зусилля, там кине курити, кине пити, і до першого ж випробування. І коли приходить перший ж нажим, людина, вона здається. А тільки тоді, коли людина отримується по благодаті Божій, приходить реальна свобода. 100%. Да. Дякую. І мораль і святость. Два різні поняття. Якщо да, в чому їх різниця? А мораль – це то, що чоловік старається або придерживається к определеним нормам общества, требования общества или культуры, или традиции, которые приняты. Зачастую это может быть культурное воспитание, это может быть какое-то старание придерживаться определенным, ну, понятиям и каким-то традициям и ожиданиям людей. То есть мораль – это не всегда исходит из позиции Бога. Мораль может чаще всего исходить из позиции того, то, что принято в данном или ином обществе. А святость все-таки – это то старание увидеть и понять Божий взгляд, Божьей точки зрения, и Божья реальность, и, ну, попытка отражать этой реальности и этой святости Бога. То есть святость исходит, имеет свою базу и основание, исходя с неба, исходя из Бога, исходя из точки зрения Отца, Царства Божьего. А мораль все-таки может быть и оттуда, или отсюда. Но чаще всего от принятия понятия в данном обществе. То есть она исходит из земли, из общества. А святость исходит с неба. Насправді зараз це дуже таке модне явище, коли люди тільки опираються на моральні якості, да? Захищають права всіх, да? Захищають навколишнє середовище, але насправді ці люди, якщо вони не пізнають Бога, не будуть освячені, то їхня моральність, вона, ну, заведе їх в нікуди, в принципі. Mm-hmm, да. Дякую. Как представить тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу в контексте освящения? Это значит, что я соглашаюсь с тем, что мое тело, мой разум, мой ум и я сам теперь принадлежу не себе. Предоставить свое тело жертву живую, это обозначает, что я посвящаю и соглашаюсь с тем, что я уже не властвую над собой. Не моя воля теперь уже играет роль, а Божья воля. То есть теперь это тело и эта жизнь будет служить приоритетно то, что Бог хочет. То есть приоритетно я буду делать то, что желает Бог от меня. Я жертвую себя. Это то же самое, когда в Ветхом Завете люди приносили жертву, допустим, курицу или животного жертву. Они его оставляют там на алтаре. Они его не, это уже не ихни. Так же самое здесь. То, что мы жертвуем, это, если мы жертвуем себя, это значит, что мы
отдаем себя на жертву, на пользование, на использование, на службу, ну, Господа. То есть мои руки, мои ноги, мой рот, мой дар, мой талант будет служить воле Отца здесь на земле. Да, дякую. Це настільки важливо і настільки непросто працювати так. Що значить бути живим для Бога? Як способність бути живим для Бога допомагає нам в стремленні до святості? Ну, це похоже на те, що я вже сказав, що бути живим для Бога – це так же саме, що принести себе в жертву Богу. Це значить, що прежде всего поставити воля Божа, пріоритети. Значит, поставить желание Бога превыше своих собственных желаний, требования Бога превыше своих собственных требований. Это значит, что живым для Бога я прежде всего реагирую, я прежде всего отвечаю на желание, на призыв, на волю Бога относительно себя. То есть все приоритеты моих решений будуть отдані йому. Да, це дійсно важливо. Як Слово Божє робить нас чистими, освященими? Як працювати над Словом, щоб освящатися? Коли ми читаємо Слово Божє, ми ознакомлюємося з взглядом Бога, ми бачимо, каков Он і якими треба бути нам. А если мы не будем ознакомливаться со Словом Божьим, если мы не будем считать Слово Божье, мы не знаем Его реакции в разных ситуациях, мы не знаем Его качества, Его характер, Его хотение и желание. А когда мы считаем Слово Божье, мы ознакомливаемся с тем, каков Он и каким Он хочет нас видеть. И тогда, когда мы подражаем это, и когда мы слушаемся, мы хотим быть такими, как Он хочет нас видеть. Ми це називається, ми освящаємося. Не релігіозно читати просто слово, а так, як ви учили, да, роздумовувати, задавати собі питання. Да. І тільки тоді слово, воно стає плоттю в нас, так? 100%. Дякую. І як ісполнення Духом Святим допомагає нам жити в святості? Тільки в одному. Якщо ісполнитися Духом Святим, це одно. А нужно еще иметь, ходить с Духом Святым. Нужно еще уметь жить с Духом Святым, дружить с Духом Святым, быть водимым Духом Святым. Так что наполниться, исполнение Духом Святым, это еще не конец. Это возможность, исполнение Духом Святым дает нам возможность быть водимым Духом Святым. Именно когда мы водимым Духом Святым, когда мы слушаемся Ему, когда мы пропускаем Духа Святого впереди, а мы за Ним идем, тогда это может способствовать нашей святости и освящению. Аминь, дякую. И 14-е питание. Каждый день мы подвергаемся воздействию большого количества разной информации. В Библии написано, что каковы мысли человека, таков и он. Как иметь, сформировать и удержать правильное мышление? Это вы не сможете просто так автоматически иметь правильное мышление. Сначала надо вкладывать это мышление внутри себя. То, чем мы питаемся, такими мы становимся. Так же самое, как физически, если мы питаемся фастфудом и с какими-то вредными едой и вредной едой, это влияет на наши. Мы становимся такими, соответствующими. Так же самое духовно. То, чем мы питаемся, что мы вкладываем в себе, свой разум, свою душу, это определяет потом, о чем мы думаем и какими мы становимся. Так что, если вы хотите иметь и формировать в себе правильные ценности, правильные мысли, правильные взгляды, нужно находить такие книги, такие проповеди, такие окружения, такие информации и постоянно себя наполнять этими информациями. И если вы будете наполнены правильными информациями, тогда это и будут мысли, которые будут господствовать в вашем сердце. И если она уже будет главной мыслью, значит, таков вы и будете.
Якщо ми, як віруючі люди, будемо продовжувати дивитися, що попало, дружити з неправильними людьми і не читати літературу, да, яка формує нашу святість, то якби ми не приймали рішення, нічого не вийде. Да. І ми так і не сформуємося. 100%. Поки не перекриємо ці потоки. Да? Тобто це рішення людини, те, що ви говорили, да, раніше, наскільки залежить від нас. Ми приймаємо рішення, і це наша задача перекрити ці канали інформації, да, і вибрати правильно. 100%. Треба подивитися на історію, ну, вообще, все, що я знаю, що попадає в мою розум, и в мою жизнь, откуда оно и как оно на меня влияет. Это дает негативное или позитивное влияние. И потом перекрыть там, где негативные влияния и мысли приходят, и открыть себя только тем мыслям положительным, которые мне самому хочется иметь. Дякую. Каким способом лучше бороться с земными влечениями? Земные влечения, они идут к нам через 5 наших чувствительных органов. Ничего на вас не будет влиять, если вы о нем никогда не слышали, и никогда не видели, и никогда не прикоснулись, и никогда не ели, и никогда не... Но то есть только через 5 чувствительных органов. Если что-то, допустим, влияет, как мирское влечение на вас, значит, посмотрите, откуда, что вы слышали. Вот это влечение зашло к вам через чего-то, через уши, то, что вы слышали, или через глаза, то, что вы видели. Вот только если вы видите, что ага, вот это влияет на меня, и это мирское влияние, значит, надо тогда поменять окружение, поменять те носители или источники, откуда заходили эти влечения к вам. И поменять, и значит, начинать на противоположное слушать. Начинать, ну, смотреть то, что наоборот даст вам такое созидание положительные вещи, которые вы хотите. То есть на нас влияет, могут влиять только то, что, к чему мы открыты, наши 5 чувствительных органов. Это в основном глаза, ну, и зрение, и уши. И если мы не хотим эти вещи, которые влияют на нас, что они негативные, так надо наоборот сделать и начинать, ну, закрыть источник, откуда мы это получали, и начинать другой источник слушаться. Дякую. Насправді це так важливо. Ми можемо на когось ображатись, ми можемо шукати крайнього в своїх якихось бідах, а насправді тільки потрібно, да, проаналізувати, звідки нам приходить інформація. Це так мудро ви підкреслили, що якщо я чогось не чую, да, воно не може на мене впливати. Не може. Якщо я чогось не бачу, ну реально, воно не може на мене впливати. Ви навіть не знаєте, що воно существує. Да. Допустим, ви зараз здесь сидите в Україні, ви не знаєте, що відбувається в Ірані або в Іраке. И если вы не увидите это по телевизору, и никто вам через уши это не расскажет, это на вас никак не будет влиять. Вы будете жить своей жизнью. Только то, что мы пропускаем через глаза и уши, на нас могут влиять. Дякую, пастор. Что более всего разрушает святость в человеке? Опять то же самое. То, что мы больше слушаем и видим, и прикасаемся. Через 5 чувствительных органов, то, к чему мы открываемся, оно и больше разрушает святость человека. Тут питання так само, какая связь существует между святостью и чувством? Всегда ли человек может чувствовать себя святым? Во-первых, вы должны знать, что благодаря освящению, которое Иисус нам дал, мы уже святые во Христе Иисусе. Мы уже праведные во Христе Иисусе. Но что мы делаем, это мы исходим из того, что мы уже освящены Богом, мы уже святые. Неважно, что мы чувствуем, чувствуем так или не чувствуем. А наши старания быть святым, это всего лишь старание соответствовать той святости, которую Господь нам дал. Но ни оно, ни наши старания делают нас святыми. И как бы мы не соответствовали, как бы не старались соответствовать, как бы не старались, мы все равно не станем святыми. Но это не наши старания делают нас святыми. Делают нас святыми именно ту святость, которую мы получили от Христа. Поэтому надо уже знать и так знать, что вы святой и вы
праведны уже во Христе Иисусе, но чтобы не подвести Бога, чтобы не надсмеяться и надругаться над той святостью, которую мы получили, потому мы и стараемся соответствовать. Mm-hmm. Но не это наше старание делает нас святыми, а то, что Бог уже нам делал и нам уже дал, вот это делает нас святыми. Поэтому если мы в Нем, во Христе Иисусе, мы в Него верим, мы уже святые. Це більш не відчуття, а наше знання. Да. Наше знання не того, наскільки я поступаю правильно, а наскільки я освячений Господом. Да, 100%. Вот это и есть основное. Дякую. Что делать, когда человек подвел себя, Бога и других, совершив видимый грех, чувствует себя отвратительным, грязным и недостойным? Дело в том, что видите, как этот вопрос правильно. И такой, это человек, который задает этот вопрос, видимо, он искренний человек, потому что он говорит о видимых грехах. Да. Но дело же в том, что каждый из нас совершает грехи каждый день, только невидимые. В голове часто. Поэтому главное не то, что видимый грех или невидимый, а то, что внутри, в сердце. Опять же, я хочу сказать, что не наши дела, и не наши старания, и не наши поступки делают нас святыми. Вот это то, что мы часто не знаем, и это потому мы становимся религиозными, и потому мы очень часто осуждаем друг друга и указываем пальцы на других людей. Потому что мы зачастую думаем, что наши поступки делают нас святыми. Но именно этот вопрос уже исходя из этого. Но оно неправильно. Мы святые, потому что мы во Христе Иисусе, потому что Христос нас осветил. А вот мы просто хотим соответствовать этой святости, потому мы ведем себя правильно, чтобы не огорчать Бога, который заплатил за нас цену. Поэтому это видимый грех или невидимый грех, когда мы совершаем любой поступок, любой грех, отвратительный, грязный и так далее. Это не то, что делает нас достойными перед Богом, а это только перед людьми. Это люди так видят, что о, ты поступил так, ты недостойный, так не это самое. Это перед людьми так. Но перед Богом мы должны просто знать, что я и так никакой. Я и так пришел перед Богом грешник. Поэтому надо просто смириться перед Богом и знать, что я и есть. Вот если я загрешил сейчас, да, и сделал что-то отвратительное, я просто прихожу перед Богом и говорю, вот какой я и есть. Это как раз показывает, какой я на самом деле. Вот это есть моя натуральная, естественная природа, грешить вот так. Но благодаря тебе, благодаря твоему прощению, благодаря твоей благодати, я получаю вот это освящение, я получил это исцеление, это освящение, эту святость, потому я сокрушаюсь под этой святостью твоей, под этой благодатью твоей. И говорю, Господь, освяти меня, прости меня еще раз. А так, вот мой поступок, это и есть соответствие, моя суть. Моя суть и есть греховная. Все мы, наша суть греховная. Поэтому это не только, когда мы совершаем какой-то отвратительный грех или поступок. Даже когда мы не совершаем, наша суть все равно отвратительная, греховная. Mm-hmm. Только иногда эти грехи и поступки напоминают нас о том, чтобы мы сами не забыли и не начали надеяться на себя и думать, что мы какие-то лучше, чем мы на самом деле. А на самом деле наша искренняя суть и есть греховная. Mm-hmm. А эти грехи и поступки только подтверждают это. Ми інколи собі просто малюємо таку картинку себе таких правильних, праведних, а насправді тільки Бог знає. Тільки Бог праведний. Боже, дякуємо тобі, Боже. Що означає чисте серце? Чому іменно чисте серце узрят Богом, а остальні не узрят Його? Надо обратити внимание на том, що речь йде здесь о серце. А когда речь идет о сердце, речь, конечно, не идет о физическом сердце. Физическое сердце – это только врачи и доктора и могут это говорить, в каком состоянии. А здесь речь идет о духовной сути. Раз речь идет о духовной сути, значит, это не что-то, что человек может сам делать. Раз это не что-то физическое, мы можем делать самим.
Но вот когда речь идет о духовной понятии, что-то не физическое, значит мы сами это не можем делать, только Бог может делать. Чистым сердцем могут быть только те, которые освящены Богом, которые освящены кровью Христа. Только вот это оправдание, которое идет от Бога через Христа Иисуса, через Его кровь, только это освящение дает нам чистое сердце. Чистое сердце – это не старание человека, это не последствия наших дел, или наши старания, или наши поступок. Это последствия жертвы Христа и наше принятие этой жертвы. То, что мы приняли Его, это то, что делает наше чистым сердцем. Слава Богу, что так. Потому что если бы это наши поступки делали бы нас чистым сердцем, ой-ой-ой, не было бы ни у кого шанса. Дякую, може наш Бог, він благий і милостивий до нас. Да. Далі, наступне питання. Люди часто працюють над внешніми атрибутами святості. Не пить, не курить і так далі. І забувають про внутрішнє. Як обрести і сохранити баланс між внешнім і внутрішнім проявленням освящення? Ісус обращає внимание на внутрішнє Божие. Допустим, он говорит, если кто-то смотрит на женщину и возжелает ее внутри себе, никто же это не видит, он же ее не трогает. Она даже не знает, что он возжелает ее. Он ее никогда не видел в жизни, да? А внутри он уже согрешил. Поэтому внешнее – это такое второстепенное, то, что на людей действует. Это то, на что люди обращают внимание. А на то, что Бог обращает внимание, это все-таки внутреннее, все-таки. Это сердце. Вот на этом надо уделить больше внимания. То, чтобы сердце всегда было в хорошем состоянии перед Богом. А хорошее состояние перед Богом, это не значит, что поступок какой-то не должен никогда быть неправильный. Нет, поступки будут разные, но сердце должно быть такое, сердце, которое стремится к Богу, который хочет знать Бога. Сердце должно быть сердце, которое хочет угодить Богу. Сердце должно быть сердце, которое хочет подражаться Богу. Сердце должно быть такое, которое хочет быть сохраненным в чистоте, помыслов и в отношении к Богу и к людям. Вот именно вот это внутреннее состояние, на это Бог смотрит. Бог больше смотрит на сердце, а не на поступки. Это люди в основном смотрят на поступки. Да, слава Богу. Далее питание. Как в современном мире не перейти грань между понятиями любовь и ложная толерантность, чтобы не потерять свою святость? Что значит потерять свою святость? Вот опять же, все это все религиозные понятия. Мы не можем потерять свою святость, если мы не разорвем отношения с Богом. Если мы не развернемся от Бога, если мы не уйдем от пути Божьего, мы не можем потерять свою святость. Наша святость все-таки не от наших поступков идет. Наша святость идет от того, что Господь сделал для нас, от того, что Он совершил на кресте для нас. Вот это есть основной источник нашей святости. А внешняя святость, который приходит через поступок, это всего лишь попытка нам поблагодарить Бога, отблагодарить Бога, то есть выразить признание, признательность о том, что спасибо, что ты меня осветил, я буду стараться соответствовать, то есть тому статусу, который ты мне дал. Но не мое это старание дает мне эту справедливость, а просто ту статус, который Бог мне дал, оно дает мне эту святость. Поэтому как по поводу относительно толерантности, другая должна быть мотивация в отношении толерантности. Мы не хотим быть слишком или толерантным, мы не хотим вот эту ложную толерантность именно из-за того, что это не является такой, какой Бог есть. То есть мы терпим или не терпим что-то только в зависимости от того, это соответствует образу Бога или нет.
Вот почему мы не хотим ложной толерантности или слишком много толерантности. Потому что если мы будем слишком много толерантными быть, это начинается идти противоположность натуры и природы Бога. А мы хотим делать все, чтобы угодить Божьей природе. Но, допустим, если человек наркоман или человек гомосексуалист или лесбиянка, и человек, это гомосексуалист, приходит в церковь. В основном христиане говорят, что наша церковь не для гомосексуалистов. Мы не хотим таких людей принимать. Но это не есть толерантность. Наоборот, мы знаем, что Божья природа и Божья позиция – это то, что Он любит всех грешников. Наоборот, если кто-то должен принять этого гомосексуалиста, то это верующие. Мы должны принимать их. Почему это не противоречит Богу? Потому что Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками. И мы должны принимать этих гомосексуалистов, потому что за них умер Христос, пока они еще были грешниками. То же, как и мы. Но это уже другое дело, если этот гомосексуалист пришел в церковь, якобы принял Иисуса, и теперь не меняется, не позволяет Богу его освободить. И при этом он настаивает на то, что это я такой, это моя природа такая, поэтому примите меня такой, как я есть. Уже будучи членом церкви, может быть, 2 года, 3 года, 5 лет, и он не хочет ни в какую. Тогда мы уже можем говорить, что в этой ситуации уже неправильно его терпеть, потому что это уже будет ложной или слишком долгой толерантность. Но когда он приходит, нам надо его принять. Это не есть неправильная толерантность. Наоборот, толерантность как раз и надо, чтобы его принять. Но если он потом уже пришел в церковь и сядет на голову и не хочет... И это не только гомосексуалист, это в любом грехе. Когда мы приходим, Бог нас принимает такими, как мы есть, но грешными. Но когда мы уже приходим к Нему, мы сокрушаемся перед Ним, смиряемся, чтобы Он осветил нас, чтобы Он освободил нас. И когда Он освещает нас, Он освобождает нас от этих грехов. То ли это гомосексуализм, то ли это блуд, то ли это курение, то ли это пьянство. Неважно, как называется. Но позиция верующей должна быть в том, что мы всех принимаем. Неважно, как его грех называется. Другое дело, что он уже в церкви, он уже все вроде бы знает. И при этом он настаивает, что как гомосексуалисты сейчас делают. Это я такой, это моя природа такая. То есть сейчас зачем мне меняться? Тогда это уже будет толерантность, если мы будем продолжать говорить, что ничего, пускай будет. Вот это уже будет слишком много ложная толерантность. Но принятие, мы видим, что Иисус сам обедал и кушал с грешниками. Он ходил к ним в гости, он принимал их. То есть то, чтобы принимать людей, мы должны это делать, потому что это есть, наоборот, толерантность, которую Господь сам принимает. Спасибо. Считаете ли вы все нетрадиционные сексуальные ориентации грехом? Я не вижу перечисления здесь. Я не знаю все. Я точно не знаю все нетрадиционные сексуальные ориентации. Может, какие-то знают, как гомосексуализм, лесбиянизм, еще что-то. А так я не все не знаю. Поэтому все ли являются грехом или нет, не знаю. Но гомосексуализм, лесбиянизм, мы знаем, что это грех, потому что об этом написано в Библии. Да. И далее питання на цю ж тематику. Как относиться к христианским, в лапках, гомосексуалистам и ЛГБТ? Не может быть. Это уже есть сложное и слишком много. Это уже есть за НАТО. Это уже есть толерантность, которая уже зашкаливает. Невозможно, чтобы человек был христианином и одновременно был гомосексуалистом. Да, он может быть гомосексуалистом, если первые годы, или первые месяцы, или первые времена покаяния, когда Бог еще над ним работает. Но если ты уже христианин, ты уже нормальный христианин так долго, и ты говоришь, что христиан, ты уже даже себя назвал христианским гомосексуалистом,
Вот тут уже проблема. Да. Треба менять и освящаться. Да, надо их учить, чтобы они научили брать Божью праведность. Чтобы они научились понимать и верить, что Господь точно так же, как Бог освобождает от курения, так же самый Бог освободит от гомосексуализма. То есть надо только принять это, поверить, что Господь уже умер, уже платил цену за это. Вот примите. Надо просто им помочь. І є вже скільки свідчень, коли люди дійсно спізнають Бога, да, і вони розуміють, що це було їхнє заблудження насправді. Да. І Бог освобождає. Дякую. Наступне питання. Возможно ли бути в святості чоловіку, який веде в цілому благочестивую життя, но не во всем послушен Богу? Наскільки повне послушання Богу важно для освящения? Ще раз говорю, наші дела не определяють наше освящение или нашу святость. Вся наша святость вообще-то это как погранная одежда, как грязная одежда, если так смотреть. Но мы в знак благодарности Богу, что Он дал нам свою святость и свою праведность, и освятил нас своей кровью, мы хотим соответствовать этому. Поэтому мы стараемся жить правильно. Да, дякую. И наступное питание, оно имеет два таких подпитания. Есть такая формулировка, что святость – это не полная безгрешность, а стойкая и последовательная ненависть, непримиримость к греху. Как помочь себе и людям? Первое – перестать винить себя в том, что еще не преодолели в себе, и сформировать эту стойкую неприязнь и ненависть к греху. Очень хорошо сказано. Вот это вопрос очень сильный и очень правильный. А праведность не идет от наших дел вообще. Праведность идет от того, что мы приняли решение, мы осознали, что мы грешники вообще. И что по делам нашим мы не можем никак осветиться и не можем быть праведными. Поэтому мы сокрушаемся и приходим к Богу, чтобы Он осветил нас, чтобы Он простил нас, чтобы Он вошел в наше сердце и помог нам быть, ну, освященными. И это освящение идет от Бога. Эта праведность идет от Бога, эта святость является Его святостью. Но мы, в знак благодарности, это то же самое, что человек был, ну, совершил преступление, да? Может быть, что-то сделал, что-то воровал. И его арестовали и повели в суд. И в суде решили его простить. Его простили. И отпустили, выпустили на свободу. И теперь он старается жить соответственно, чтобы больше не воровать, чтобы не нарушить то, что ему было дано. Но то, что его выпустили, не то, что он сейчас делает, не его старание сейчас больше не грешить, больше не воровать, дали ему эту свободу, что его выпустили. Не, то, что выпустили, это было до того, как он начал поступать вот так. То есть, они, его поступки после суда дают ему свободу. Ему уже была дана свобода до того. И теперь он просто соответствует, ну, он живет, старается соответствовать этой свободе, которую ему дали, чтобы он опять, ну, туда не попасть. Вот это то, что есть святость. То есть, это не... Наши дела дают нам святость. А мы уже святость дана нам от Бога, от Христа, благодаря Его жертве и смерти. А мы теперь только соответствуем, чтобы не позорить Его, чтобы соответствовать той статус, той праведности и святости, которую Он нам дал. Да, спасибо. И далее питание. Какая роль совести в достижении святости? Совесть как раз и есть одна из самых сильных, один из самых сильных ключей, чтобы напоминать нам о том, что, слушай, ты другой, Дух Божий в тебе, живи соответственно истине и правде. Совесть есть это колокола истины, который внутри каждого из нас. Это есть Божий инструмент, тому, чтобы держать нас в правильном русле. Угу.
Дякую. І питання з фінансової сфери. Существует ли связь между сребролюбием, финансовой безответственностью и уровнем святости человека? Конечно. Если человек не, но сребролюбивым, финансово не чистоплотным, то это говорит о том, что он непорядочный. Это даже не надо быть святым, это даже не имеет отношения к христианству. Даже в миру, даже мораль это осуждает. Если человек финансово не чистоплотным и сребролюбивым, то это он значит, он не живет святой образ жизни, или он не старается жить святой образ жизни. Но если он христианин, даже если он такой, это еще не значит, что он уже не христианин, или что он уже потерял свою святость. Нет, он имеет святость от Бога все еще. Только ему надо менять свой образ жизни, чтобы соответствовать той святости, которую все равно имеет от Бога. И наступное, оно також схоже. Как достичь успеха в мире, который лежит во зле, где человеческая слава и сребролюбие ценнее, чем мораль и святость? Главное – это глядя только на Бога, который есть автор и начальник и совершитель нашей веры. То есть это надо только смотреть на Его, как на Него, как на наш пример, как наш совершенство. Он единственный, кто совершенный. И когда мы смотрим на Него, когда мы взглянем на Него, тогда мы тянемся к Нему, тогда мы уподобляемся Ему. Но когда мы будем смотреть на то, что вокруг нас, весь мир, тогда мы сбиваемся. Это как Петр, который шел по воде, пока он смотрел на Иисуса, он шел. Но когда он стал смотреть на все окружающее ему волнение, то он стал тонуть. То же самое здесь, в святости. Мы должны взор нас устремить только к Нему. Он есть стандарт наш, Он есть наше совершенство, Он есть наша святость. Пока мы устремлены к Нему и стараемся Ему подражать, то мы можем вообще в любом ситуации выдержать. Спасибо. Потому что реальность наша не то, что, как, то, что происходит, а на чем мы фокусируемся. Если мы фокусируемся на Божью реальность, эта реальность становится сильнее, чем той реальности, где мы находимся. А если мы начинаем фокусироваться на той реальности, которая вокруг, то мы теряем реальность Бога. И тогда мы не можем удержаться. Да, дякую. Как христианину быть с культурой коррупции, откаток и взяток в Украине? Как не быть участником этого? И тут далее сразу идет питание. Накажет ли Бог того, кто дает взятки? Библия осуждает взятки. Это практика взяток. По Библии мы видим, что Бог не приемлет. Наказывает ли Бог человека за то, что он дает взятку? Я не думаю. Но человек сам снимает от себя защиту. Я думаю, что за взятки ответственность, наказания идут от двух мест. Я думаю, есть некоторые грехи, которые наказания идут не от Бога. Основные грехи, которые мы совершаем на земле, наказание за них идет от природы, закон, потому что это закон природы. То есть, если человек берет взятки, он каким-то образом, значит, кто-то не делает то, что он должен делать, и получает за это. Получается, что человек, вот этот сервис, он будет страдать от этого. То есть, допустим, даже если я даю взятки $1000, я уже страдаю то, что я даю. Почему? Потому что эти деньги я мог бы использовать на своей семье. Эти деньги я мог бы использовать на что-то другое, что мне хотелось бы. Но из-за того, что дело надо решать, я даю взятку. Я уже страдаю от этого. А тот, кто берет взятки, тоже будет страдать. То есть закон, естественный закон жизни,
человек от этого страдает, не от Бога, от Бога наказание, а от того, что нарушается закон. То же самое, допустим, если человек выпрыгнет из 9-го этажа, и поломает ноги или умрет, это же не Бог наказал его. Это значит, что закон работает. То есть закон, который человек нарушает, сам этот закон нарушает, сам этот закон наказывает человека. А также второе наказание на взятки может быть от государства. Если все-таки человек это будет пойман, государственные силовые структуры, так это еще есть возможность, еще одна возможность наказания там. Получается, но не Бог. Большинство наших поступков, грехов, не Бог за них наказывает нас. А сам закон, который мы нарушаем, наказывает нас. А также мир, в котором мы живем, отношения, в которые мы входим, оно нас наказывает. Да. Как не быть частью, да, культуры, взяток не давать? Очень легко сказать, что не давать. Очень легко сказать не давать, и это будет более прямой и более простой библейский ответ. Не давай. Но иногда же не только от тебя зависит. Да. Так что надо смотреть ситуации, потому что иногда взятки можно по-разному назвать взятки. Человек может, допустим, сделал работу, может быть, ему действительно не положено получить что-то за эту работу, помимо того, что было государственную казну оплачено. Но иногда ты хочешь отблагодарить этому человеку, потому что он старался. Или потому что он сделал то, что другие бы не делали. Да, кто-то может сказать, что это взятки. А кто-то может рассмотреть на это как благодарность, отблагодарить человека за то, что он сделал. Mm-hmm. Так что тут надо еще смотреть. По обставинам. Да. Можливо, дійсно, теж відносини з Богом наші, да? Коли да. ми відчуваємо всередині себе, як приймати яке рішення. Да, бути Вадимим Духом Святим. Дякую. І наступне питання. Почему важно быть верным, чтобы быть святым? Верность – это, опять же, я хочу сказать, что не наши дела дают нам святость. Не наши старания, не наши дела дают нам святость. Мы, если мы во Христе Иисусе, наша святость от Бога. Но мы хотим соответствовать той святости, которую мы получили от Бога. И поэтому мы стараемся жить правильно. А то же самое здесь. Почему нужно быть верным? Не потому что твоя верность или неверность определяет, будешь ли ты праведным или святым или нет. Не из-за святости ты хочешь быть верным, а из-за того, что это правильное дело, это правильный поступок. Если я буду верным малым, Библия говорит, что я получу больше. Если я буду верным чужим, Библия говорит, что не будет доверено мое. То есть есть последствия и награды за верность. И это потому, что это правильное дело, надо делать. Не потому, что я хочу быть святым, а потому что это правильно делать. Если даже я не буду делать, я приму решение, что я не хочу быть верным, значит, другие не будут верны в отношении меня тоже. И значит, что я не получу свое. То есть есть последствия и наказания, которые будут именно из-за того, что я не делал то, что нужно делать. Как выработать терпение и выдержку, необходимые для верности и святости? Постоянно надо пребывать в присутствии Бога, молитве, но больше всего в подражании Христу. А как подражать Ему, если не знать, каков Он? Сначала надо понять, кто Он. Для этого мы читаем Библию, мы слушаем, изучаем о Нем, чтобы и это дает нам и благодать, и терпение. С этим справляться. Да, дякую.
Может ли наша реакция на обстоятельства говорить, пребываем ли мы в святости? Достаточно ли внешнее поведение человека для определения его уровня святости? Так, как? Может ли наша реакция на обстоятельства говорить, пребываем ли мы в святости? Достаточно ли внешнее поведение человека для определения его уровня святости? Нет, это для людей так, это для человека так. Да, для человека человек вынужден смотреть на какие-то внешние признаки, чтобы знать, человек святой или нет. Но святость больше всего связана с сердцем человека, с тем, то, что человек не видит, только Бог видит. Бог только видит сердце человека. Но, а поступки, да, иногда поступки указывают и показывают на то, как он правильно поступает или нет, да? Поступки играют роль в этом. Да. И питання таке, можно ли достичь полного освящения безгрешной идеальности в этой жизни? Нет. Если вы можно так, тогда вы будете уже Бог. То есть тогда Бог не нужен вам. Вы сами уже Бог, значит. И мало того, это значит, что тогда не будет стимула стремиться вперед. Не будет побуждения, не будет нужды в том, чтобы к чему-то стремиться. Да. И наступное питание. Как помочь человеку, который потерял чувствительность к грани между грехом и праведностью? И возможно ли это? Ну, чи можливо допомогти такій людині? Конечно. У этого человека есть совесть. И это, каждый человек принимает решение, жить по совести или нет. И жить по истине или нет. А как можно помочь человеку? Во-первых, нельзя помочь человеку, который сам себе не хочет помочь. Нужно знать, что нашими усилиями мы никого не изменим. Поэтому самый лучший способ – это молиться Богу, чтобы Бог помог этому человеку меняться. Да. Как одержать победу над плотью? Это все то, что мы говорили, все это весь час или полтора часа, сколько мы здесь. И наступное. Как узнать, определить, что я свободен от обид и непрощения? Ну, это не надо искать, как знать. Надо просто ждать, пока кто-то вас не обидит в следующий раз. И вы посмотрите на свою реакцию и поймете, вы уже освободились или нет. Да. Какая роль уединения и других духовных упражнений в достижении святости? Уединение позволяет вам сокрушить вашу плоть, потому что все-таки плоть – это то, что нас составляет грешить, и плоть – это то, что нас больше всего уводит от святости. Поэтому если нам удастся плоть усмирить и укоротить, так есть больше возможности нам приблизиться к Божьей святости и Божьему имиджу. Да. И вы написали книгу под названием «Великая сила святости». Назовите некоторые преимущества святости. Ну, когда человек ведет святой образ жизни, он, во-первых, имеет чистую совесть перед Богом и перед человеком. Во-вторых, он не боится, он ходит в свободе, то он не боится этих последствий грехов, которые должны к нему идти. Третье, когда человек ведет святой образ жизни, он радостный, он счастливый, он в свободном полете, он может парить, он дерзновенный. Когда человек ходит в святости, его тяжело остановить. И Библия также говорит, что Бог открывает свои тайны, боящимся его. Человек приближается к Богу быстрее и легче. То есть відсутність страха, да, и свобода, да, в житті людини. И в посольстве Божьем есть месяц страха Божьего и месяц святости. Как вы считаете, речь идет об одном и том же? Можно соединить эти ценности в одно? Но это и есть одно соединено. Страх Божий – это же то, что подготавливая человеку к тому, чтобы не поступать, то есть, когда у человека есть страх Божий, он хочет уходить от неправильных поступков.
Он старается, ну, вести себя правильно. Mm-hmm. Он старается сохранить себя и свое сердце и вести, ну, святой образ жизни. Поэтому святость и страх Божий – это неразделимые понятия. Невозможно иметь святой образ жизни или вести святой образ жизни без страха Божьего практически. И такое питание. В Новом Завете сказано о том, что мы святые, 1 Петра 2:9, и в то же время, что нет ни одного праведного, Римлянам 3:10, и что все согрешили, Римлянам 3:23. Так кто же мы верующие, святые или грешные? Мы по природе своем без Христа, мы есть грешные. Все мы грешные. Но когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и мы живем под Его властью, под Его силой, под Его господством, тогда мы становимся святыми. Даже если наши поступки еще не всегда правильные, но мы во Христе Иисусе перед Богом уже святые. Да, дякую. И есть еще додатковое питание. Уже я есть, вот это и есть, да? Знаете? Это ага, другое. Все, да? Ага. И все? Ага. Как жить в святости, если неверующий муж смотрит далеко не святые передачи, и невольно приходится постоянно все это слушать, ведь из дома никуда не уйдешь. Никто вас никогда не заставит смотреть какие-то передачи, которые вы не хотите смотреть. Поэтому, если муж смотрит передачи не святые, ну, вы берите, и самое главное, чтобы ваше сердце там не было. То есть Иисус сам говорит, что мы в мире, но не от мира. Mm-hmm. И Он молился Отцу, чтобы Он нас сохранил в этом мире. Он не сказал, убери нас от мира. То есть нужно научиться жить в греховной атмосфере, при этом сохраняя чистую совесть. Вот это, если у вас муж неверующий, смотрит неправильные вещи, это для вас должно быть упражнение. Возможность упражняться, быть в мире и не от мира. Быть в греховной среде, при этом не жить этим греховной жизнью. Это экзамен, который вам надо пройти. Главное, чтобы ваше сердце там не было. Да, еще одно, да, питание есть. Хочется понять, если это возможно, конечно, зачем Господь наказывает нас, когда мы грешим, если Он знает, что мы никогда не можем быть совершенными, святыми на земле? Или Он наказывает согласно духовного уровня человека, или когда человек нарочно грешит? Я уже сказал, что основное наказание, то, что мы называем наказание и последствия за грех, не от Бога идет. А это идет от последствий. Да. Опять же, то, что я сказал, если человек спрыгнет с 9-го этажа, это будет не Бог его наказывает. Это будет последствия за определенные действия, которые он предпринял. То же самое, если, допустим, человек будет неверным в чем-то, и, ну, Библия говорит, что ты не полюши свое. И это не Бог тебя наказывает. Это просто закон работает. Библия тоже говорит, если ты будешь неверным чужим, что твое не будет дано тебе, и другие будут неверны тебе. Другие не будут неверны тебе. Поэтому, когда другие начинают проявлять к тебе неверности, это не Бог наказывает тебя в этом направлении, в этом плане. Это просто последствия происходят. Так что очень часто мы виним Бога за много чего. Mm-hmm. И мы думаем, что мы все вписываем на Бога. Вписываем на Бога все то, что не так. Но на самом деле Бог тут не при чем. Бог дал порядок, чтобы нам избежать эти последствия. И когда мы их не избежаем, когда мы не избегаем, и мы делаем, и эти последствия и приходят к нам. А почему Он и говорит нам, Он дает нам предупреждение, чтобы мы не страдали от этих последствий. Он сам не заинтересован, чтобы мы страдали от этих последствий. Потому Он и дает нам предупреждение. И дает нам Слово Божие, чтобы мы не страдали от них. Так что не Бог сам прямо идет и наказывает нас за какие-то грехи. А просто последствия наказывает нас. Что
значить, ми маємо бути перш за все чесними самими з собою, да, які ми робимо вибори, чим ми наповнюємося, і все інше просто є наслідки наших виборів, тієї інформації, якою ми наповнюємося. А нам легше просто дуже так пожалітися, чого це Бог так, да? Бог наказав. А насправді Бог дав вибір, і Бог дав своє слово, Він дав свою інструкцію, як нам жити. І ми маємо вчитися пізнавати Його, да? Як ви говорили, дивитися, як Бог дивиться на певні речі, і характер Бога, серце Бога, і потім ми не будемо робити ті помилки. І не будемо нести такі наслідки. Дякую, пастору. 100%. Це всі питання. Да? І я дякую вам за цю глибину. І ця тема, вона така глибока. І є над чим подумати. І багато речей, які досить просто, тільки потрібно в них заглибитися. Да, це серйозна тема. І одна же окутана релігією. Да. От іменно ця тема окутана релігією. И очень часто люди не понимают, что такое святость из-за религиозного понимания, из-за того, что мы смотрим на поступки как люди, и мы зачастую используем поступки как определитель святости. Но на самом деле Бог не по поступкам определяет святость, а по сердцу. Между прочим, на этой неделе я не знаю, вы знаете, что такое Евгения Денисовна? Да. Вот, она отошла к вечности. Вы в курсе, да? Вы выставляли сегодня, да? Да, да. Я сегодня ночью, рано с утра, выставил статью о ее смерти, ее кончине. Это женщина, которую я очень сильно уважаю, люблю, посчитаю. И она просто герой в моих глазах. Она приходила возрасте 80 лет. Она не только ходила в церковь 80, 81, 83, 85 лет. Она еще ходила в церковь, убирала, еще сажала святей, то есть украшала здание церкви. Даже в 90 лет она еще ходила и старается что-то делать, порядок в церковь делать. Не только молиться, но поэтому, кто помнит Евгению Денисовну, то хочу сказать, что наша сестра пошла к Господу, и она, думаю, будет одна из первых, кто нас встретит там у ворот небесной вместе с Иисусом. Я уже, когда она еще раньше была жива, я сказал, что хочу, чтобы она была одна из тех, кто меня встретит на небе. И думаю, что так оно и будет. Так что Евгения Денисовна она уже отдыхает, упокаивается у ног Христа. Да, такие радостные фото, да. Да. Ну что ж, дякуем вам, спасибо пастор, вам большое. Я думаю, если больше ко мне нет вопросов, тогда я вас оставлю, чтобы вы совершили служение. Благословляю всех. Будьте благословены.